Друзья, если вы планируете отдых в 2023 году на территории полуострова Крым, то это приятная новость специально для вас. Лайки, отдыхайки приветствуются. Начинаем. Отели Крыма начали резко снижать цены. Из-за того, что политическая обстановка в России весьма напряжена, в этом году Крыму предрекают самый сложный курортный сезон за всю историю его существования. Чтобы привлечь больше желающих, отели Крыма приняли решение массово сократить цены. Считается, что они будут самыми низкими за последние два года. Владельцы отелей верят, что это поможет вызвать приток туристов, которые стараются как можно сильнее сэкономить на отдыхе. Как заявил Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров, я полностью гарантирую, что цены в отелях упадут как минимум на 20%. Если будут проводиться какие-то дополнительные акции, то цены, возможно, снизятся до 30%. Но думаю, если кто-то планирует проводить свой отпуск в Крыму, несмотря ни на что, это будет точно приятная новость. Друзья, поддержите лайком, если до сих пор этого не сделали, будет что-то интересное, обязательно поделюсь. Обнял, приподнял.